лет. И они, ну, есть стихи у меня специально цикл, посвященные Айгиз, которым у нас вот связывала дружба в последние годы жизни. И, ну, это как раз не эти стихотворения, а просто вот несколько стихотворений я обнаружила, написанные в Чебоксарах, совершенно неожиданные для меня, потому что я не помнила даже, что они написаны в Чебоксарах. Вот сейчас я сегодня сделала такое вот исследование на слово Чебоксары, я обнаружила следующее. Щеки цветущие, тело шагающее и летящее, пятки и пятна мелькают, отрез желтой тени взяла на платье, а у тени отрез в тени, с плеч полночь долой, слова миланы долой, щиколотки, лодыжки, обжоры земли питательным желтком. Это написано 25 февраля 6 года, как ни странно, вот сразу после похорон Айгиз здесь, в Чебоксарах. Через год, это Чебоксары, Москва, 21 февраля, то есть день смерти Айгиз, 7 года, февральские смерти. Закрытая дверь в морг. Время побыло вне и запнулось. Хризантемы на морозе каменеют сразу, не прикоснувшись к могиле. На кладбище мело, поле за полем показывая, с воздухом здесь повезло. В вагоне шуба на плечиках дрожит, возвращаясь. И последнее стихотворение, которое я здесь обнаружила, это стихотворение уже Чебоксары 25 сентября 2008 года. Это, ну, там, наверное, как в любом стихотворении много всяких смыслов, но один, наверное, из них, такая подложка, это вот некое отделение себя от поэтики Айги, противопоставление собственной поэтики, поэтики Айги. Он был безмерно озарен, но принял меру, кактус правил, точность птицы во льду. Как тут важнее дырка, чем фигура, разделенная чертами поля, земля внутри натянутого лука, это граница. В него вцепились пальцы панацеи. Недоумение стоит передо мной, недоумею. Не нового громко соло пела птиц, спокойная вдвоем на одинокой ветке. Орнамент, письменная нитка. К нам в комнату вошло 2-3 ребенка. По времени рожденье снизу смерти. Заранее не знаешь, родом ты откуда. Поэтому. Вот такие чебоксарские стихи.